В Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по гиревому спорту на призы рекордсмена мира и просто легенды для гиревиков Сергея Леонова. Соревнования традиционные и проводятся уже в 8-й раз. Пройдет всероссийские соревнования по гиревому спорту на призы Сергея Трофимовича Леонова, который без сомнений и без преувеличения является легендой российского, ну и можно сказать мирового гиревого спорта. Является рекордсменом мира, чемпионом различных международных и всероссийских соревнований. Поэтому, конечно, мероприятие знаковое, приедет достаточно большое количество участников. Приехало более 400 участников. Гиревики съехались отовсюду. География от Урала до Дальнего Востока и даже Монголия. Возраст от 13 лет и до 70 и даже старше. Каждый раз стараются внести что-то новое. И в этот спортсменам нужно будет повторить один из рекордов Сергея Леонова, который он установил более 30 лет назад. Поднял 32-килограммовые гири 251 раз. Сейчас делается 10 минут на выполнение упражнений, то за 10 минут нужно показать максимальное количество подъемов. А раньше не было ограничений во времени. То есть спортсмен выходил на помост, брал гири, а гири по 32 килограмма, и поднимал их, допустим, ну, упражнение толчок, 2 гири, до тех пор, пока, ну, пока не упадешь там или как. Ну, это было, конечно, издевательство просто над организмом. Я все время говорю, ну, нет уже такого, бежишь пока, допустим, не упадешь, или плывешь, пока не утонешь. Такого нет, а вот в гиревом спорте такое было. Но 251 подъем вот я делал, 2 гири по 32 килограмма. Это занимало практически около часа, 54 минуты. Но после этого я вспоминаю, что я месяц уже на гири вообще не мог смотреть, потому что посмотрю, у меня, честно говоря, тошнота от вот этого. Ну, такое чисто психологическое, просто очень сложно было. Если кто-то все-таки сможет повторить или выжить еще больше, то получит специальный приз – 30 тысяч рублей. Всероссийский турнир стартовал сегодня в физкультурно-спортивном комплексе и продлится до 20 ноября. Юлия Пермякова, Сергей Медведев. Новости дня.